Добрый день, господин Мехрабян. Спасибо, что приняли мое приглашение. Вам спасибо за приглашение. Начнем с вашей заметки в Facebook. Значит, вы пишете, пока официальная Москва, несмотря на то, что официальная Москва на разных уровнях неоднократно заявляла, что ни о каких коридорах речи нет, один из ведущих российских экспертов, Маркедонов, начал в открытую заявлять о том, что в условиях санкционного давления Москва нуждается в коридорах, которые дадут выход России на широкий Ближний Восток. То есть, пишете вы, по мнению Маркедонова, открытые коммуникации не дают России выход на широкий Ближний Восток, и есть острая необходимость в оккупации территории союзника. Итак, о чем это вы? Ведь не далее, чем 2 недели назад это пытался сделать Алиев. Я бы попросила, чтобы вы определились, господин Мехрабян, Баку или Москва решают свои вопросы на территории Армении и за счет территории Армении. Я больше вмешаться не буду. Спасибо за вопрос. Хотел бы вас поправить. Поблагодарив еще раз за приглашение в ваш эфир, это не я написал, я перенес на свою страницу запись в одном из популярных телеграм-каналов. Смысл записи я разделил полностью, поэтому и перенес. Да, действительно. Это подтверждает то, что за этой эскалацией в качестве и инициатора, и вдохновителя, и потенциального бенефициара стояла Москва, безусловно. Алиев в очередной раз дал себя использовать в качестве инструмента насилия со стороны Москвы, в надежде на то, что Москва обеспечит ему компенсацию за счет армянских интересов.